Всем привет! С третьим днем весны. У меня сейчас буквально несколько минут назад возникла такая тема. Тему мне подкинули. Подкинул мой лучший друзей. Я хочу сегодня, сейчас, я этого хочу. Я хочу обсудить тему толерантности, да? Толерантности людей традиционной сексуальной ориентации к нетрадиционной сексуальной ориентации. Это очень потрясающая тема. Но я хочу в очках. Я не люблю солнечный свет. Я вообще вампир. Смотрите, это было потрясающе. Блять, опять же, это немножко к теме дружбы и к толерантности относится. Это так мило, сука. Один из моих лучших друзей геев познакомился с девушкой. Хотел познакомиться с девушкой, чтобы познакомить ее со мной. Я не знаю, для меня такого никто не делал. Это очень круто. Блять, вот такие друзья, сука, настоящие. Да, и возвращаемся к толерантности. Все знают, я знаю, что моя слабость — это натуралки. Блять, натуралки. Мой типаж — просто секс, просто огонь. Это длинноволосые горячие брюнетки. Я обожаю таких, я тащусь от них, я не могу. Просто, блядь, это ходячий секс. Моя слабость, мой типаж, мой идеал, да? У меня в жизни уже несколько таких человек. Просто красотки, просто, блядь, самые-самые горячие женщины Петрозаводска, да? То, чего я заслуживаю, то, чего я хочу. Давайте так. То, чего я люблю. Я обожаю натуралок. И когда я знакомлюсь с натуралками, меня очень радует, очень-очень, что девушки, потрясающие, прекрасные, милые девушки, очень толерантно, да, относятся ко мне, уважая меня, мою ориентацию, мою личную жизнь. Блять, это потрясающе, это круто. Я очень много могу приятностей, да, всяких крутых вещей. Подождите, я одену. Всяких крутых вещей сказать про натуралок. Натуралы, люди традиционной сексуальной ориентации, они ни разу не пидорасы во всех смыслах. А среди ЛГБТ, это не про геев сейчас будет сказано, а среди ЛГБТ встречаются люди, пидорасы. Вообще среди всех людей встречаются пидорасы. Пидоры, сука, по поведению. Пидор — это не ориентация, это характер по жизни человека. Сука, ты изначально либо говно, либо нет, да, как человек. Я горжусь тем, что меня окружают самые удивительные, потрясающие, достойные меня люди. Спасибо вам за это, за уважение, за толерантность. Одна из моих подруг сказала мне, моя лучшая подруга, что она ненавидит тему с пидорасы, но она единственная, кого воспринимает, да, если это ЛГБТ-замутки, это меня. Спасибо тебе большое. То есть я особенный человек для тебя. Я вообще особенная. Спасибо всем, кто это видит, кто это ценит. Я с вами буду до конца.